Индрьева! Я тут патронов взял, потом дам. Что-то ничего не видно. Пусто. А у тебя? У меня тоже. Слышу крики. Кричат где-то. А он один. Они лезут к тебе. Да, двое. Ну тут намного сейчас меньше врагов. Вообще, это как лопата, конечно. Ага. Там как-то все-таки веселее было. Зато там мы подыхали по 100 раз. Сейчас чувак будет с крутящимся пулеметом. Да мы его будем бочками завалим. У меня гранатка есть. Суплекс! Жесток от него. Круто. Тут там кидается. Вон они наверху появились. Собака! Вот! Шандара! Ты куда на него бежишь? Жить надоело. Так они с двух сторон. Орёт на весь двор, сука, спать не даёт. Кто? Бочки его заманить. Ах ты, сука! Отлично. Два гиганта здесь. Суплекс! Иди, я тебе патроны дам. Я еще один автомат нашел. Он получше, кстати. Так что тот можешь выкинуть. Давай тебе там будешь тоже с автоматом. Смотри, пистолет дай ему. Давай. Ништяк. А патроны для автомата у тебя нет? А.
Еще кое-что забыли. Ой, блядь! Нихуя себе, блин. Это было как-то неожиданно, нахуй. Я вот больной. Пипец. Я только повернул, он сразу меня ударил. Давай его смотри. Блять, не ту кнопку надо. А доску такие вещи творит. Конечно. Наверное, потому что он негр. Ну все, тут больше делать не надо. Да, пошли. Сейчас подожди, сразу на паузу нажми, не беги, я другое видео сделаю.